В Орловском районе жители деревни Цепели с риском для жизни вынуждены каждый день ходить от остановки до дома по проезжей части федеральной трассы. Проблема возникла давно, но до сих пор местные жители не могут найти ее решение. Репортаж Кирилла Сысолятина. О проблемном участке автодороги Вятка в районе деревни Цепели стало известно еще в 2012 году, когда около 5 лет назад этот участок федеральной трассы у поворота на деревню Цепели Орловского района начали ремонтировать, местные жители обрадовались. Однако радость продолжалась недолго. Автобусную остановку перенесли на 300 метров дальше от поворота на деревню, а дорогу обнесли изгородью. Для пешеходов сделали тротуары, но зимой тротуары замело снегом, и людям не оставалось ничего, кроме как ходить домой по проезжей части. Люди идут по дороге, особенно дети идут. Это вообще опасно, когда идет огромная фура, то и гляди, затянет. И были случаи уже вот здесь гибели ни одного человека уже на этом перекрестке. 3 года назад местные власти начали активно решать проблему опасной дороги. Сначала написали письмо в кировский филиал «Волга-Вятск управ Автодор», организации, которая занималась ремонтом дороги. Просили устранить аварийную ситуацию. С тех пор глава поселения и местные депутаты уже обращались по вопросу дороги и в другие инстанции. Но добиться какого-то решения проблемы так и не удалось. Обращались и в департамент дорожный, и обращались к собственнику организации, которая строила. Значит, обслуживающую организацию, полицию, департаменты, во все практически инстанции. И ответы остаются вот такими. Все сделано по проекту. По закону дорога действительно соответствует стандартам. По словам прокурора Орловского района, единственное, в чем на сегодняшний день может быть нарушение, это несоответствующее стандартам обслуживания дороги. По сути, если бы тротуары были очищены от снега, людям не пришлось бы ходить по проезжей части. Мы зарегистрируем данное сообщение и примем меры для проведения проверки указанных фактов неочистки тротуар. И, значит, по результатам проверки будем принимать меры прокурорского реагирования для понуждения обслуживающей организации, которая должна очищать тротуары именно, значит, при подходу к остановкам в районе поворота на деревню Цепели. Кирилл Сысолятин, Денис Трушков, Вести, Кировская область.